соглашение там нет. Какой-то вызвали нас, да? Я говорю, я, да? Ставлю плечо, он отходит. Освободился? Ты не подойдешь туда? Пусть подходит, если освободился. На месте. Стой. Раз, два. Налево. Во. Давай сначала штаб Геннадий. Внимание. Под флаг военно-патриотического клуба. Гости, родители нашего торжественного мероприятия, прием в ряды юнармии. Третий прием уже, который состоялся в этом году, воспитанников военно-патриотического клуба «Витязь», руководителем которого является Ламзин Вячеслав Николаевич. На нашем торжественном мероприятии присутствует представитель Союза советских офицеров ткач Владимир Гаврилович. Бирюков Владимир Григорьевич. Начальник отдела молодежной политики Лукшина Ирина Юрьевна. Священник отец Кирилл Покровского храма. А также присутствует отец Герой России Журавлёва Алексея. Ребята, я уже не первый раз присутствую на приеме вас и других членов юноармейцев. Я поздравляю вас с этим событием. Будьте достойны памяти своих отцов, дедов, которые защитили грудью нашу большую родину. Вы также будете воспитываться и будете продолжать их славные традиции. Я еще раз поздравляю, желаю вам успехов в учебе. Желаю всем после окончания школы поступить в военное училище. И, собственно, первый шаг у вас к дисциплинированной и активной жизни. Поздравляю вас. Друзья, гости, жители Урюпинска, юнармейцы. У нас третий прием. В Дню Победы мы принимали в юнармейцы военно-патриотический клуб «Патриот» и учащихся Петровской средней школы. Очень важно, что этот год знаменуется 90-летием ДОСАФ России. По поручению министра обороны Российской Федерации, ДОСАФ России является учредителем юнармии. В этом году на базе нашей организации был создан штаб юнармии и учебно-методический совет. Развитие юнармейского движения в нашем городе идет новой волной, с нарастанием. Я очень рад, что такие ребята занимаются военно-патриотической работы, спортивной в нашем городе. И то, что юноармейское движение растет и набирает обороты. Я желаю вам здоровья, ребята, счастья и успехов. Представляется начальнику отдела молодежной политики города Урюпинска Лукшина Ирина Юрьевна. Дорогие ребята, добрый день. Сегодня действительно добрый день. Сегодня в день нашего города Урюпинска вы удостоены чести пополнить ряды юных армейцев. Всероссийского движения инициировано Министерством обороны.
и поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сегодня вы дадите клятву. Это не просто слова. Вдумывайтесь в каждое слово. Теперь, когда вы станете юноармейцами, у вас будет долг. Долг перед Родиной. И вы обязаны выполнять каждое слово своей клятвы. Я вас поздравляю с этим торжественным днем и желаю вам всего самого хорошего. Удачи. Клянусь! Соблюдать устав юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Всегда быть защитником слабых и одолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянемся! Для вручения нагрудных знаков юнармейцев и билетов приглашается Ефремов Никита. Выйти из строя. Есть. Желаю всего хорошего. Добро пожаловать. Желаю успехов и всего-всего хорошего. Пожалуйста, еще раз поздравляю. Носись чисто. Для вручения билета и нагрудного знака приглашается Медведев Егор. Выйти из строя. Поздравляю вас с вступлением в ряды юнармейцев. Казак, пожалуйста, знак. Закольчан, поздравляю с вступлением в ряды юнармейцев. Спасибо, лет, честью и знак, пожалуйста. Карина Алексей, для вручения билета на нагрудного знака. Выйти из строя. Есть. Поздравляю с вступлением в ряды юнармейцев. Желаю всего-всего хорошего. Пожалуйста. Тушканов Иван. Я. Для вручения билета и нагрудного знака. Выйти из строя. Есть. Поздравляю с вступлением в ряды юнармейцев. Желаю всего хорошего. Спасибо, честью. Королев Андрей, для вручения билета и нагрудного знака, выйти из строя. Есть. Поздравляю с вступлением в ряды юнармейцев. Желаю всего-всего хорошего. Пожалуйста. Тушканов Александр, для вручения билета и нагрудного знака, выйти из строя. Есть. Поздравляю вас с вступлением в ряды юнармейцев. Носить честь и билет, пожалуйста. Все хорошо. Для вручения билета нагрудного знака. Выйти из строя. Есть. Дима, поздравляйте с вступлением в юнармейцев. Ох, казак. Носить честь. Поздравляю с вступлением в юнармейцев. Желаю всего хорошего. Прости немножечко еще. Поздравляю, город, я с вступлением в ряды юнармейцев. Желаю тебе всего-всего хорошего. Прошу. Знаменная группа. Поздравляю вас с вступлением в ряды юнармейцев. Сейчас и всего-всего хорошего. Поздравляю вас с вступлением в ряды юнармейцев. Кузнецова Дарья. Я. Для вручения билета и нагрудного знака выйти из строя. Есть. Поздравляю вас. Все хорошо.
Ламзин Вячеслав Николаевич. Будьте строй. Для вручения билета и нагрудного знака. Поздравляю вас. Давайте поаплодируем. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас. И вот хотел бы присоединиться к тем словам, которые были сказаны в ваш адрес. И хотел бы от себя добавить. Вот вы сейчас приняли присягу, я тоже в свое время принимал присягу. Присягу Богу прежде всего. Вот. И самое главное, чтобы здесь не нарушить эту присягу, нужно быть верному самому себе, своей совести. А потом вот тем словам, которыми мы присягали Родине, Отчизне, добрым поступкам и самое главное, конечно же, защите Родины. Вот я желаю вам крепости духа, чтобы вы вот со школьной скамьи воспитывали в себе стержень вот этого мужества, который должен как бы руководствоваться для вас всей вашей жизни. Мира вам, который мы с вами сегодня и совершили. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело рабов Твоих, сих юноармейцев, еже благополучно начати и без препятий всякого славе Твоей совершите, делателем благопоспеши и дела рук исправи, и к совершению силою Пресвятаго Духа Твоего спешно произвести сотвори. Твое бо есть ежемиловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом на непресно во веки веков. Аминь. Первая шеренга, шаг вперед. Отец Кирилл. Вторая шеренга, пройдите. Отец Кирилл. Вторая шеренга. Так, еще. Первая шеренга, ку. Два. Родители и гости, присутствующие здесь. Движение «Юнармия» создано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, которое будет действовать в рамках общероссийского движения школьников. Это движение сейчас очень широко шагает по стране. Создаются классы юнармейские. Ребята вступают в ряды. Это движение призвано объединить все военно-патриотические клубы и тех ребят, которые готовы себя посвятить служению не только вооруженным силам, но и всей России. То есть, может быть, кто-то из вас, естественно, в армии не будет служить, но, соответственно, это служение будет на благо своей стране, своей семье, своему городу и так далее. Поэтому искренне вас поздравляем, желаем вам благополучия и крепкого-крепкого здоровья. Команды. На этом торжественное мероприятие закрыто. Спасибо. Вперед, вперед, шаг. Марш.